Поставки лекарств продолжаются, рисков для пациентов нет. Министр здравоохранения края Борис Немик сообщил сегодня на заседании правительства. Запасов для льготных категорий граждан хватит на полгода-год. Кроме того, средства в краевом бюджете на случай повышения стоимости препаратов и дозакупку уже заложены. Министр также объяснил, с чем был связан ажиотаж вокруг препаратов для лечения щитовидной железы. Речь про эльтроксин от компании «Берлин Хими». Этот производитель ушел с российского рынка. Однако аналогичные лекарства других торговых марок в Красноярске есть. Борис Немик напомнил, в аптеках обязательно должен быть минимальный ассортимент жизненно необходимых лекарственных препаратов. За их наличием и ценой сейчас внимательно следят надзорные органы. Мониторинг розничного рынка. Здесь осуществляется он Росздравнадзором, УФАС, с точки зрения стоимости препаратов розницы и наличия препаратов. В край поступили 10 миллиардов рублей на опережающее авансирование медицинских организаций в системе ОМС, на ускоренные расчеты и дозакуп препаратов, которыми мы лечим в стационаре. Это, соответственно, инъекционные препараты, все препараты, которые в больнице.